Настоящие церкви, реальные церкви понимают, что такое дары. В послании к Ефесинам, 4 глава, начиная с 11 стиха, нам важно понять смысл этого текста. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями» к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Помолимся. Очень благодарим Тебя за эти дары, которые Ты даровал Своей Церкви. Апостолы, Пасторы, благовестники, учителя, благодарим Тебя, Боже, за эти дары и молим Тебя, научи нас понимать их и пользоваться ими, использовать их для Твоего служения. Молим Тебя во имя Иисуса Христа, главы Церкви. Аминь. Несколько лет назад я был в Германии. И я общался с основателями церкви, командой основателей церквей в Гамбурге. Там новая церковь, которая называется «Гамбургский проект». Это дочерняя церковь берлинского проекта. А началось все с того, что двое немцев приезжали в Нью-Йорк и учились у Тима Келлера, пастора церкви Redeemer, Искупитель, тому, как основывать новые церкви. Тим Келлер работал с этими пасторами и помог им основывать новые церкви. Сначала это была церковь «Берлинский проект», и потом они основали также церковь в Гамбурге, «Гамбургский проект». Я разговаривал с лидерами «Гамбургского проекта», и когда мы с ними беседовали, я задал вопрос, который обычно задаю. В послании к Ефесиным 4.11 написано, Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. А вы кто? Какой ваш дар? И лидер команды, звали его Дэниел, сказал, «Бог по благодати своей дал мне дар благовестника и какую-то часть дара апостольства». Матиас сразу сказал, «Ну, мне Господь дал дар учителя, учить, преподавать Слово Божие. Бог использует меня как учителя для того, чтобы наставлять новых верующих». Доминик сразу же сказал, «А мне Бог даровал дар пастыря, и моя страсть, мое страстное желание — вести Божий народ пасти Божие стадо, собирать их в малые группы, заботиться о них, находить также учителей для этих малых групп. Я верю, что Бог поставил меня таким пастырем, учителем. Мне было поразительно, как четко эти люди понимали призвание от Бога для своей жизни. Но что мне было удивляться? Я ведь был у них в церкви, это была небольшая церковь, но все же около 200 человек. И все были готовы, все знали, что делать. Ясность, четкость руководства, ясность и четкость использования даров. Вот это сразу восхищало. Церковь эта началась в обычном кинотеатре в Гамбурге. И я понял, что именно Дэниел должен был быть в этой церкви первым пастором, потому что она соответствовала его дарам. И, кстати, очень важно, чтобы церковь соответствовала дарам своего руководства. Там это было именно так. И дальше уже старший пастор, который понимает свои дары, формирует и команду людей, которые его дополняют. Старший пастор понимает, что у него есть не все дары, что нужны другие дары и другие люди. Как все это работает? Об этом будем говорить сегодня. Опасность заключается в том, что церковь основана с одним даром, с доминированием одного дара, а потом этот человек уходит, этот лидер уходит, приходит новый лидер, у нового лидера другие дары, и он ведет церковь по-другому, потому что не может вести так, как вел предыдущий лидер. Кстати говоря, у нас в Америке есть схожая проблема. Учащиеся студенты в колледже переходят с одного факультета на другой. В Америке сейчас, кстати, это интересная ситуация. 80% студентов переходят с одного факультета на другой. Они приходят на естественные науки, потом идут на педагогику, потом переходят в бизнес. Два или три раза они переходят с одного факультета на другой. И в результате многие студенты не успевают вовремя закончить обучение в колледже, потому что они перепрофилируются. Такая проблема есть и в церквях. Церковь меняет свой путь, потому что меняется первый пастор, меняется старший пастор. Потом пастор меняется снова, и церковь снова меняется вслед за пастором. И потом удивляются еще, что не растут. И вот эти дары, которые мы видели, дары, которые связаны с лидером, с служителем церкви, как и в послании к римлянам, 12 глава, это как две стороны одной монеты. Ну вот с одной стороны, каждый служитель призван заботиться о Божьих овцах, быть пастырем. Каждый служитель призван быть благовестником. Павел об этом говорит. Каждый служитель должен проповедовать истину Слова Божия. То есть каждый из нас посланный, такой апостол. То есть с одной стороны, каждый служитель занимается всеми этими делами, всеми функциями. Но с другой стороны, со временем становится все более очевидно, что Какие-то из функций лучше всего, больше всего подходят конкретным людям, потому что Бог их наделил такими дарами. Теперь смотрите, как эти дары влияют на ученичество церкви, на развитие церкви. Вот, допустим, дар учителя. Интересное наблюдение заключается в том, что когда Павел основывал церковь в Эфесе, об этом мы читаем в 19 главе Деяния апостолов», он прежде всего преподавал. Он обучал, учил. Такой подход можно назвать библейски мотивированным подходом. То есть наша мотивация к ученичеству — это изучение Библии. Именно так поступал апостол Павел в Эфесе. Мы читаем об этом в 19 главе Деяний апостолов, 9 и 10 стихи. Мы узнаем, что Павел ежедневно беседовал с ними в училище некого тирана. Продолжалось это два года, так что все иудеи и эллины в провинции Асии услышали Слово Божие. Каждый день он преподавал, каждый день он учил, преподавал Божие Слово и весь регион услышал Божие Слово, потому что пришел одаренный учитель. И вот это библейски мотивированная церковь, библейски мотивированное ученичество. Дело в том, что все здесь начинается с преподавания изъяснения Библии. Моя жена выросла в церкви, которая называется Calvary Baptist Church, в штате Кентукки. Пастором этой церкви был Уоррен Уирсби. Это один из выдающихся библейских учителей 20 века в Соединенных Штатах Америки. Он написал книгу по каждой книге Священного Писания. И книги Уирсби — это такое простое изложение основных библейских истин от бытия до откровения. И этот человек был пастором моей жены. Их ученичество было мотивировано Библией. Утром проповедовал Уоррен Уирсби, потом занятия воскресной школы, потом днем также было учение Библии, вечером были учебные уроки, библейские уроки, и каждую среду были библейские уроки. Люди возрастали, становились сильными христианами. Вокруг Уоррена Уирсби формировалась команда лидеров ⁇ Моя жена убежденная, сильная христианка ⁇ Я рад, что ей в церкви объяснили, ее в церкви научили исполнять все, что сказал Христос. Но иногда возникает проблема, и в Америке такая проблема тоже есть. Церковь учится, учится, а потом решает что-то изменить. И говорят они так, «Мы хотим, чтобы у нас по воскресеньям было благовестие. Мы хотим, чтобы по воскресеньям люди приходили ко Христу». И они меняют формат, и они меняют весь смысл, весь путь ученичества. Но если избранный путь не соответствует дарам старшего пастора, то бывают проблемы. Я знаю церкви, которые фокусировались на преподавании Библии, а потом переориентировались на благовестие, но в руководстве не было благовестников и были проблемы. Поддержите ТВ семинаре молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу тв семинаре